Здорово, здорово, народ, канал Сири Фокс. Сегодня топаем на реку Десну. Сейчас середина апреля, год 23. Будем пробовать ловить поплавочную удочку и поставим одну донку. Сейчас весна, в этом году она пришла неожиданно раньше, на 2 недели. Довольно-таки тепло, буквально 2 дня назад, наверное, были заморозки такие своеобразные. Продлились мне 2 дня, 0, минус 3 ночью было, такое похолодание. Ну и сейчас опять погода начинает выравниваться, ночью плюс 5, днем 11. Попробуем ловить белорыбицу. Ходил я дня на R4 назад сюда, типа как на разведку прошел, посмотрел. Местные ловят. Ловят галаврика, ловят плотвичку, ловят окунька на донку, на червя. Решил сделать такую небольшую вылазку, посмотреть, может что-нибудь получится. Посидеть, половить, отдохнуть. Щук не клюет. Сейчас нерест. Я поговорил с одним знакомым, щурятником. Он здесь живет на берегу этой речки. Хоть практически каждый день ловит на спиннинг. Сказал то, что за последние 2 недели активности никакой не было. Щука в терке, сейчас еще перебаливать будет. Поэтому пока будем довольствоваться белой рыбой. Ловить белую рыбу. Посмотрим, что из этого всего получится. Погнали. Пришел на место, здесь такие вымоены, прям под берегом сейчас буду ловить на поплавок. Ловил я здесь в том году, попадался галавль, елец, плотва, подлещик, на червя была рыба. Кормить не буду, потому что в принципе не рассчитываю прям на такой прям вау эффект, грубо говоря, чтобы стая не стая. Все-таки, наверное, рассчитываю больше на штучный экземпляр крупный, который поодиночке идет себя очень аккуратно. Все это получится. Разлив был в этом году средний, небольшой, не маленький, такой прям. Бывали и больше, бывали и меньше, но такой прям средний-средний. Весна, повторюсь, пришла в этом году раньше, недели на 2. Вот, поэтому посмотрим, через эту получится. Вообще не снимал видео для канала, наверное, на протяжении года уже. Тот год какой-то не особый был, по хищнику плоховато было. В том году очень было много белой рыбы. Ездил, ловил подлещика, ездил, ловил плотву, прям очень много было. Но особо на нее не акцентировал внимание. В том году ловил на спортивную мормышку, на боковой кивок. Весну, лето и все. Осенью ходил мало, зимой вообще буквально пару раз попадался у меня этот окунь. Окунь хороший, кстати, был здесь, на речке. Такой по полкило, по 600 грамм, хороший, добрый окуняра был. Так-то так, ладно, поехали.
И зашла по клевочку, поймала вот такую вот ботвичку. Слушайте, она прям шершавая-шершавая. Маленькая. Яркая, красивая рыбешка. Такие вот дела. Ну что ж, начало есть. Прям под берегом стоит. Прям рядышком-рядышком. Толстенькая такая, упитанная. Ловлю на болтушку, сейчас попробовал. Дома сделал. Ну, сработало в очередной раз. Еще одного поймал. Головлю тоже мелкого. Сейчас тоже отпустим. Сейчас обратно отпустим. На болтушку попался. Thank you.
Еще одного поймал. Головлика-то уже мелкого. Сейчас уже отпустим. Короче, поменял я пару мест. Ловил сначала вот там в завалах. Потом пришел вот на такую косу песчаную. Ну, насколько ее можно назвать. Вот. Поймал еще пару плотвичек на косе и начал попадаться голавлик. Сейчас клев постепенно стих. Время близится к обеду. Сейчас попробую еще одно место. Не знаю, насколько что получится. Ну, так сказать, крайнее на сегодня. Рыба клюет, поклевок очень много. На противоположный берег пришел местный житель. Довольно-таки пожилого возраста. Я с ним пообщался, он сказал то, что ну, за сегодня он еще поклевки не делал. Обменялись фразами, кто на что ловит. Я ему сказал то, что на болтушку. Он был крайне удивлен, то, что в это время года ловит на болтушку. Он ловит на мотыля и ловит на червя. На мотыля попадается только ёрш, ну и незначительные какие-то пескарики. На червя попадается плотва, но сегодня, видимо, она не хочет. Ставил донку, на донку клюет. Очень много, один был сход, но это, скорее всего, что-то не очень крупное, маленькое, ну, ладушек плюс-минус. Ну, как-то так, короче, на донку не акти. А вот на поплавочку очень-очень весьма, даже отзывчивая рыба. Рыба проснулась, плотва попадается, она вся шершавая. То есть очень-очень хорошая, приятная плотвичка на перекате поймал. Ну, так прикольно, природа просыпается, кругом все зелень начинает выходить, пробиваться. Вот, так что в принципе все очень и очень нормально, очень и очень хорошо, даже честно говоря не ожидал на такого рода исход. Вот сейчас посмотрим, что будет дальше. Место такое интересное, там обрыв прям под самым берегом, глубина. Интересно, есть ли что-нибудь в этом месте или нет. Все, погнали, посмотрим, что там. Короче, место сейчас ловлю, перешел на такой участок. Вот здесь вот прямо около берега, здесь где-то глубина порядка полутора метров, наверное, 1.70 м. Вот ловил на донке, так ничего результатов не дало, было две поклевки. И на поплавочку вообще ничего не было, как ни странно. То есть такое место, где рыба стоит, она мелкая. Скорее всего, клейка. Ну, плотва как-то здесь себя никак не проявляет. Попробовал кучу насадок. Хлеб. Белый хлеб, черный, червь, опарыш, болтушка. Но что-то как-то никак. Вот. Распогодилось. Хотя синоптики обещали сегодня пасмурную погоду. Ну, такое. Сейчас переодеваюсь. Сейчас надо в сторону дома выдвигаться. Вот. Половил на перекате. На перекате было... На перекате кусты...